Ну чё, братва, всем привет. Я уже на загрузку приехал. Ванкувер, Вашингтон. В Портленде. Или даже Туалетен разгрузился. Но с утра такой был усталый, что вообще ничего не снимал. Прям вот ехал и спал. Не выспался что-то этой ночью. А мне уже грузик привез, да? Сейчас посмотрим. Вон там плиты какие-то. Надо выйти, пойти помочь ему. Поставить куда-нибудь их. Короче, пойду загружу, а потом засниму. Ну так, чекин сделал с вами, что все нормально. Выскочили, загрузились. Уже выскочил на фривей. Рулю им до дома. Всем немножко дам порулить. По очереди, ребят. Вылазим. Из телеги. Ну, из телеги в спальник. А со спальника уже за руль, да? Ну, такая жизнь настала. Нелегкая. Как там у нас там грузик едет? Давайте обвернемся назад. Вот такие бетонные какие-то, цементные, бетонные, не знаю, штуковины. Говорит, для железной дороги. Для переходов или что? Переезды. Для железных дорог. Загрузили и гоним. Вес у нас 40 800, считай, 41 000, так что считай, что легкие для такого-то мотора, считай, пустые идем. Вот ента пятница, я понимаю, написано клазит. Шкаф. А шкаф это у нас что? Закрыто. Интересно, лампочка загорится, нам зеленая. Вот байпасик горит для всех. Вот в салоне коробочка. Зеленая лампочка моргает. Все как у людей. Вот это пятница. Красава. Че, ребята? У вас уже пятница кончается. Хотя подожди, у кого-то, наверное, уже и суббота. Это у нас уже пятница кончается. Да, прикольно. Кого я вижу? Корову рыжу? Быка Андрюшу? И Toyota Supra? Да ты чё? Ну или там BMW Z4, да? Кому как нравится. Мне нравится BMW Z4 с Toyota Supra наклейка. И все. От Toyota-ского вообще ничего нету. Салон от Бимера, мотор Бимер. Кузов только взяли. Был открытый convertible. Стало купе и все. Но она мне все равно нравится. Как бы две классных машины собрали и сделали в одну. Это как у нас есть Cadillac CTS-V. Четырехдверный Cadillac CTS. И еще и V, когда ставят, то это от Corvette двигатель. Тоже две классных машины в одной. Поймал его зад. Но ничего. 300 ZX. Не, не ZX он шел, он просто Z шел, да? 300 Z. Нет, это 350 Z. А раньше вот именно что он шел
300ZX 90-х годов, до 96-го года. Хорошие были раньше машинки, а? Ну что, раз уже начал снимать, немного дороги. То, как говорится, 300-го показал, и все. Вот вам еще хондочка. Как вам Civic? Спойлерака, конечно, у него как будто там 900 лошадей. Так, народ, цена вопроса. Дизель 5.39 и Unleaded у нас 4.79. Опять сошел на 27-й покушать. Иначе до 57-го не дотяну. Время уже у нас сколько? 3 часа с лишним. Так что заедем опять на халапино бургер. Только возьму, наверное, onion rings. Да, для всех onion rings брать. Ну, кто-то переживал, работает он, не работает. Мужики, сейчас я вам что-то покажу. Опять паркуемся возле Петербилда с бочкой. На той же самой парковочке мы встаем. А вот он у нас, Петербилд, с бочкой слева стоит. Только это его персональная машина, а он на работе. Кто-то спрашивал, а он работает или что? Или стоит? Смотрится, что он работает. Запарковал субарбеника и поехал. Что-то криво встал. Так засмотрелся на субарбена, что теперь еще надо будет назад сдавать. Вот двоечник, а. С первого раза запарковаться не мог ровно. А то сейчас свифты поналетят, и тебе крыло точно срежут, собьют. Надо парковаться всегда в своей линии. Чуть-чуть на линию встал, а он будет заезжать, себе крыло оторвет. И потом тебя еще виноватым сделает. Так что вот такие пироги у нас. Мы пошли кушать. Onion rings, это что получается у нас? Жареный лук. Вот так вот. Вот она, машинка стоит. Ха, прикольно. Так что мужик в деле, мужик иногда работает. Вот так наш грузик смотрится. Три вот таких поддона. Нормально так. Зад у нас тяжелее. Ну, всего 41 тысяча, то я думаю, нет проблем. Проблем нема. Сейчас покажу вам халапино бургер. Не, бургер вы видели. Это ренч у нас. Опять взял чай. Вот они у нас. Onion rings. О, сейчас пойдет классно. Так что, ребят, приятного аппетита. Братва, спасибо, что накормили меня. Аж на легче стало дышать. Вот серьезно. А нет, хуже. Да, на полный желудок хуже дышать. А я думал лучше. Ну ничего, зато 2 часа будет легче ехать. Веселее как-то, да? Так, а почему это у нас не переключается теперь на дорогу? Как она переключается на дорогу? Никто не знает. Ну ладно, тогда вот в окно смотрите заднее. Да, как-то надо разобраться, как снимать на себя, а потом сразу дорогу. Не могу, я что-то вот кликаю на экране, оно не получается. Ну
Ну что, научимся. Наши-то коды, правильно? Красавчик наш стоит. А небо какое классное. И дождик моросит. Мужики, у вас такое бывало? Вот ты только поел, да, 50 минут назад. И тут же думаешь, а почему бы нам кофе не попить? Да? И останавливаешься в Макдоналдсе и покупаешь кофе с карамелькой. Еще и с яблоком пироженки. Ну что, братва, кто в курсе, где мы находимся? Правильно, Такома. Слева пятерка стоит. А мы на 705-ю. Плотненько. После Такома дом стоят. Вон у нас крыша белая. Такома дом. А мы уходим. Уходим. Здесь сейчас у нас крутой поворот. Надо сейчас скорость поймать. С 9 на 8 кинуть. Так. Перегазовочка. Попали. О! И еще и надо engine brake включить. Горный тормоз. Женщина что-то наша балакает. Наверное, говорит, дядя Вова, тормози. Крутой поворот. А может, не. Может, опять что-то брешет. Давай, давай влево, давай влево. А мы направо, как всегда. Вот такие пироги. Так что, кто немножко прокатился со мной, спасибо. Вот она наша красивая Такома. Даунтаун Такома. Приблизим. Опаньки. Сейчас через этот залив, через мостик. Take left to South 21st Street, then take the first left. И все. Так, что-то я разогнался. Мы тут на выходе уже. Тормозим. Три руки иметь вправо, коленка держишь, прогазовочку, включаешь какую-нибудь передачу, сильно за повышенную включил, но ничего, растолкаем, нам некогда, у нас съемка идет. Справа какое-то болото, ну и слева. Такие пироги. Так, повороты уже можно потушить. На фривей зашли. И это у нас 509 фривей. С 705 на 509. И все, и считай, уже дома. Так что, мужики, вот нате вам длинное видео. Кто кричит, почему короткие? Пока чину и пока пусти. Не задавайте таких вопросов. Почему, да почему? А почему это? Почему то? Все, мужики, опять всем спасибо. Всем пока.